это древнее кладбище тут было. Да, да. А вообще Зеленая площадь называлась. Как называлась? Зеленая площадь. Тут домов никогда не было. Вы здесь давно живете? Да, я уже 300 лет, мои родственники живут. Здесь кладбище на стадионе. И вот там вот тот дом здоровый тоже кладбище было. И туда так уходило, как в мечети. Ну, не до самой мечети, а там вот как-то тоже канаву рыли, там черепков, вот ближе чуть топали вот там, черепков всяких, костей, лошадиных и людских, каких хочешь было тут.